Всем привет, ребят! Приветствую вас на своем канале Видео Кит из 90-х. И сегодня такое небольшое видео, конечно, не в тему на ретро игр, ну, как сказать. Снимем распаковочку про телевизор. Приобрел на телек, значит, называется Xiaomi Mi LED TV 4A. За 15 999, грубо говоря, за 16 тысяч. Купили мы этот телек на кухню для жены. Ну, что я могу сказать? Диагональ, как видим, 32 дюйма, 80 сантиметров. Вот такая вот коробочка. HD, YouTube, Google, Google Play. Ну, короче, ребят, все дела. Разрешение 1300, ребят, если не ошибаюсь, так сказать. Давайте посмотрим коробочку. Что на коробочке написано, и будем распаковывать. Приобрел я сегодня только что, так что такая быстренькая распаковочка. Не по теме, конечно, на канале. Не по теме канала, так сказать. Всегда верьте, что случится, что прекрасное. Ну, такая коробочка. Как видим, телек на андроиде. Ну, с этой стороны ничего интересного. Здесь что у нас? Модель телека, скорее всего. Да? Android TV. Не знаю, ребят, сейчас распакуем и посмотрим. Включим, конечно, как обычно. Ну что, приступаем к вскрытию. Распечатываем, так сказать. До этого снимал тоже обзор на телек, но мне почему-то его заблокировали, тот видосик. Не знаю почему, но это скорее тоже нас заблокируют. Ничего страшного. Заблокируют, так заблокируют. Так. Распечатали. Так, что мы здесь видим? Подставочки. Пультик. Bluetooth. Пенопласт. Достаем. Вот такой вот телек. 32 дюйма. Сейчас достанем. Так, а внутри у нас инструкция, батарейки и болтики. Ну и пенопласт коробки, больше ничего. Вот такой вот телек. Сейчас я, ребят, достану его, распакую, так сказать, прикручу ножки и включим и посмотрим, что будет дальше. Вот инструкция, давайте глянем, что там внутри. Xiaomi. Памятка по безопасности. Ну, ничего интересного. 2 USB, антенна, 3 HDMI. Это что такое?
А, гарантийный талон. Батарейки GP General и 4 болтика. Сейчас прикрутим и посмотрим. И включим, разумеется. Ну все, ребят, вот собрали. Как видим, что телек еще в пленочке. Ну, первое включение, не знаю, куда, как его включать. Сейчас попробуем. И нифига. Чё за нафиг? Чё за нафиг? Может, здесь какая-то кнопка? А, во! Там, оказывается, надо было нажать старт. О, видим заставочку. Да, антенны, кабель не подключен. Попробуем просто к интернету подключиться. Как видим, что на экране еще пленочка. Пультик Bluetooth. Для кухни специально в пакетике такой, чтобы жирными руками не заляпали. И что это, типа загрузка? Ну сейчас эта хреновина загрузится и пойдем дальше, пока выключу. Во, загрузилась. Была надпись Android. Так, это что, типа надо зажать? Две кнопки. Так, одновременно жмите и чё? Всё вроде, что ли? Так, ага. Русский. Так, настроить телек с помощью телефона Android. Давайте нам пропустим. Выберем Xiaomi Android, Xiaomi выберем. Так, пароль. Номер телефона мой. Так. Блин, а как скрыть номер телефона? Я не хочу, чтобы подключился к моему интернету кто-то. Сейчас сделаем по-другому тогда. А во, все. Так. Сейчас это на паузу поставлю тогда, наберу код. Ну все, пароль набранный. Так, дальше что у нас? Это, наверное, подключение. К интернету, зашибись. Подождите. Чем мы ждем? Используйте возможность телевизора войти. Ох, ёк-макарёк. Используйте аккаунт.
Да, бляха, муха. ABC. Сейчас видосик на паузу. Ребят, пропустил это я настройки, что-то не получается, потом настрою и включу сам. Неохота мне сейчас сидеть тут разбираться, тыкать. Потом в другой раз. Так, посмотрим хотя бы, что он показывает. Родительский контроль, установите новые 4 значка. Что такая-то херня, мне нахер это? Раз, два, три, четыре. Блин. Подтвердите. Екатеринбургское время. Пропустить. Принять. YouTube. Ну, давайте вот Дубай посмотрим. Реклама. Мам, с утра ему было 6 лет. Каждые полчаса – это год нашей жизни. Мы здесь не случайно. Месяц назад я решил поехать в Марокко. Так. Информация об этой стране, нашел дешевые авиалинии. Громкость. Перед самой покупкой я подумал, а вдруг Марокко нужна виза? И что вы думаете? Какого черта? Да, сюда нужна виза, которую делать 3 недели. Мне нужно было... Я придумал. Да, сейчас телек показывает на заводских настроечках. Потом я настрою под свой глаз, так сказать. Ну, показывает вроде пока нормально, ничего. И выйти красавчиком из подобной ситуации есть один очень и очень клевый способ. Выйти. Так, давайте что-нибудь там, природа... Посмотрим. Куда я погнал? Природа. Давайте вот попугайчика. Загружает. Ну, как видим, загружает и не быстро, и не долго. В среднем, ну, нормально. HD. Места подобного этому нет. Ну, ребят, как вот, цените, зацените изображение, напишите, скажите, что почем. Но сейчас еще через пленочку показывает. Ну, пока нормально. Огонь. Получше, так сказать, чем Dexp. Телек Dexp. Хотели Dexp купить, но не знаю. Этот больше понравился. Так, а это что такое? Что за полоска тут? Это дикая амазонка. Дикая. А, это пленка. Думаю, косяк что ли какой-то. Сейчас громкости врубим. Бассейн Амазонки, естественная природная среда, необыкновенная. Ну все, ребят, как-то так. Кому понравилось, ставим лайкосики. Кому не понравилось, ставим дизлайкосики. Пишем комментарии. Ждем новых видосов. Скоро выйдет у нас видосик на SNES. И на Сешку мы там разберем. Ну все, ребят, всем пока. До новых встреч.